Приветствую вас на моем канале. Меня зовут Лилия Донскова. Сегодня у нас обзор каталога номер 15 компании Oriflame. Мы будем не просто листать картинки, а мы будем с вами все пробовать и дегустировать. Я собрала со своих полочек все, что у меня есть, то, что представлено в каталоге. Итак, давайте смотреть. А если у вас возникнут какие-то вопросы, вы мне обязательно их пишите в комментариях. Каталог номер 15 начнется с 29 октября и продлится до 17 ноября. Сразу же с первой же страницы каталога мы понимаем, что здесь нас ждут новинки, и это будут шикарные новые помады. Я обращаю ваше внимание, что у каждой помады указан код, а чуть ниже есть код пробника. Вы можете уже сейчас заказывать пробники в 14 каталоге, чтобы уже в 15-м, в первый день определиться, какую вы возьмете помаду. Но я, к сожалению, забыла заказать пробники и сделаю это только сегодня, поэтому получу их чуть попозже. Меня многие помады очень заинтересовали. Чем помада интересна? То, что это кремовая помада, 5 в 1, как обычно Zevan. Качество помады Zevan мне всегда нравилось. Но что самое главное, на что я хочу обратить ваше внимание, то, что сейчас будет идти акция, и вы можете приобрести помаду, тушь и тональную основу всего за 499 рублей. Давайте посмотрим, какая тушь. Это 5 в 1. К сожалению, у меня нет туши в этой упаковке. Есть точно такая же, но только в красной упаковке. Я просто вам покажу, какая у нее шикарная кисть. Отличная, самая удобная кисть. Сейчас вышла тушь-замена 5 в 1 XXL в зеленой упаковке. Но я могу сказать, что все-таки эта кисточка мне больше нравится. Хотя та тушь мне больше нравится по текстуре, как она ложится. И мне больше нравится, как она смывается. Потому что это все-таки эту тушь нужно снимать только специальным средством. Иначе она оставит некоторые следы. Так, дальше в этой же серии нам предложена тональная основа. У меня есть она новенькая, она приходит в такой красивой коробочке, поэтому я вам ее показать не смогу, потому что это новый тон. А здесь у меня 311-63 оттенок, естественно, бежевый. И обратите внимание, что вышла новинка светлый фарфоровый оттенок. На все тональные основы можно заказать тестеры, попробовать, посмотреть, как будет тон лежать на коже, и потом определиться, какой оттенок вам нужно взять. Кстати, что здорово, у нас в каталоге появился пигмент-корректор для тональной основы. Он подходит для всех тональных основ, хотя он из серии Giordani. Поэтому даже если вы промахнетесь цветом, возьмите пигмент-корректор и сделайте себе тот тон, который вам как раз нужен, чтобы он был идеален. Еще раз обращаю ваше внимание, акция действует только если заказывать сразу три продукта: помаду, тушь и любой оттенок тона. Очень выгодное предложение, потому что если мы посмотрим, тушь стоит 349 рублей, помада 299 и тональная основа 499. Получается, что мы платим только за тональную основу, а тушь и помада идет бонусом в подарок. Роскошное предложение. Кстати, у нас уже такое было как-то в каталогах, и я им всегда пользовалась. Так, здесь у нас повторяется акция. На этой странице я вам покажу карандаши. У меня есть два оттенка. Это светленький такой тон. Я им делаю коррекцию, когда хочется сделать классный эффектный макияж, особенно макияж смоки, то без этого карандаша никак не обойтись. И есть у меня черный карандаш из этой серии. Что я хочу сказать, что за 119 рублей карандаши такого качества, ну это просто копейки, это просто смешные цены. Карандаш клевый, у меня у дочки такой коричневый, забыла его у нее попросить, поэтому показываю только свои. Супер. Ну вот этот карандаш, это прям находка. Я им корректирую все, что можно, но без него никак не обойтись. Таких помад у меня нет жидких, поэтому ничего не скажу, не покажу. Зато покажу вам набор для коррекции бровей. Он тоже приходит в картонной коробочке. Вот такая волшебная шкатулочка с тайничком. Здесь две кисточки. Одна для теней, другая для воска. Что такое воск? Многие смотрят и не понимают. Вот два оттенка теней. Их можно между собой смешивать. Я вам сейчас даже покажу, как это делать. То есть вот светлый оттенок. Такой он прям светлый. И потемнее.
А если у вас, например, брови средние, то можно взять чуть-чуть здесь, чуть-чуть здесь, смешать и наносить на уже брови. Это мой любимый продукт среди линейки уходовых для бровей. Это просто воск, его даже не видно. Он для того, чтобы закрепил результат, чтобы бровки все легли идеально, склеились друг к другу, блестели. И продержался весь день этот макияж бровей. Любимое средство. У нас есть классные карандаши для глаз, есть тушь. Но этот мой фаворит и входит в десятку моих любимых продуктов. Поэтому рекомендую взять. У меня даже брали визажисты в салонах красоты. Они в восторге, считают, что это самый лучший продукт по такой оптимальной цене. Можете, кстати, пробежаться в интернете, погуглить, посмотрите, сколько стоят такие корректоры в других фирмах. Я находила, есть в районе 3000, 6000. Меня цены, конечно, очень удивили, поэтому я считаю, что это очень достойный продукт и за копейки. Берите, не экономите. Здесь у нас очень интересное предложение. Если мы с вами заказываем колье, новиночку с натуральным розовым кварцем за 699 рублей, то мы получаем скидку на следующий уже каталог номер 16. На любое украшение из новой коллекции Norskin. Это очень крутое предложение. Я еще коллекцию не видела, как бы нам не привозили, чтобы их посмотреть. Но я уверена, что это будет роскошная коллекция. Я, конечно же, захочу себя чем-то побаловать. Поэтому воспользуюсь этим предложением. На этой страничке нас ждет уход за ножками. А здесь нас ждет пилочка шлифовальная. Я вам, кстати, дальше покажу, еще другая есть пилочка. Если выбирать, то, конечно же, лучше ту, потому что это узкая. Ну и как-то уже приелся этот дизайн. Вторая пилка, она просто бесподобная. И мне очень нравится, что у нее есть небольшой изгиб, поэтому не буду заострять внимание на этой пилке. Но, опять же, если вы смотрите на цену, то здесь очень выгодное предложение, всего за 109 рублей пилка. Крем для ног гранат. Здесь можно потереть страничку. У нас прям идет такая гранатовая тема. В 14-м каталоге вышло смягчающее средство с гранатом. Сейчас крем для ног. Я люблю ароматы ягодные. Гранат у меня прям особое предпочтение. Я люблю этот фрукт, просто его обожаю. И обязательно возьму себе попробовать такой питательный крем. Хотя у меня их много, но все равно. А с этой странички я склоняюсь к тому, чтобы взять вот этот спрей, расслабляющий для сна, потому что масло массажное у нас огромный запас. Маски у меня есть для сна, кстати, пользуюсь достаточно часто, особенно когда днем хочу поспать. Я одеваю маску, это очень удобно. Действительно, быстро расслабляешься, не отвлекает свет и как бы погружаешься сразу в сон. А вот это средство я пробовала раньше, у нас выходило аналогичное с ароматом лаванды, вот просто бесподобно, он действительно работает. Его нужно нанести на подушку, только не когда вы легли и брызгать, а нанести, дать аромату раствориться, да, чтобы улегся он, и уже после этого ложиться в кроватку. Особенно классно для деток, если они набесились, у них беспокойный день был, детей вообще трудно укладывать. Вот это средство вам в помощь. На этой страничке нас ждет новинка в серии спа-уход. И это будет уход за лицом. Первое, это такое средство для того, чтобы делать распаривание кожи. То есть здесь на картинке показано в горячую воду. Добавить 2 чайные ложечки, где-то на пол-литра воды. И подышать над этим паром. То есть подержать лицо, чтобы оно размякло, распарилось, а потом сверху нанести вот эту масочку, которая будет в круглой банке, и подержать маску где-то 5, максимум 10 минут и смыть теплой водичкой. Будет очень классный эффект, потому что кожа будет распаренная, нанесли маску, все круто. Ну, интересное предложение, и мне нравится, что набор придет в коробке. И это будет классный, кстати, подарок. А уже надо задуматься над тем, что скоро-скоро будут праздники, надо запасаться подарками. На этой страничке нас ждут тоже новинки, поэтому я вам их не покажу. У меня нет, но я могу показать, какой будет дизайн помады. То есть это вот такая вот будет баночка. Достаточно большой объем, 4,5 грамма. Большой объем, вот я брала до этого помаду, посмотрите, какой огромный стерженек у нее, толстенький такой, увесистый, хватает очень надолго и всего за 99 рублей.
Кстати, хорошая альтернатива тем людям, кто не любит лазить в баночку с смягчающим средством, потому что здесь тоже пчелиный воск и миндаль. Я думаю, будет очень вкусный аромат. И далее у нас защитный крем для лица и защитный крем для рук. То есть, да, можно взять всю серию с вкусным ароматом. Здесь можно, кстати, потереть страничку, если у вас есть бумажный каталог, обязательно это сделайте. Аромат действительно приятный. Но это, как говорится, на любителя, кто что любит. Так, здесь я вам могу показать с этой странички только маску ягодную. Кстати, вчера как раз ее делала. Маска мне очень нравится. Единственное, я не люблю в банках маски. Видите, я ей достаточно часто пользуюсь. Не люблю маски в баночках. Я люблю тюбики, чтобы выдавить и не лазить пальцами. Но, тем не менее, боже мой, за такую цену, за 249 рублей, такая шикарная маска, она реально питает классно кожу. Мне нравится у нее такой тонкий-тонкий, изысканный аромат. То есть я боялась, что будет слишком много ягодного аромата давящего. Я не хотела бы 10 минут сидеть в маске, которая меня просто убивает тяжелым ароматом. Здесь мне все понравилось, и качество, и текстура. И результат, и тонкий, и изысканный аромат. Самое то, что нужно. Ну, из этого я вам ничего не могу показать. Могу сказать, что я пользовалась антивозрастным ночным кремом. Неплох, достаточно хороший крем. А мне понравилась его текстура, впитываемость. Мне нравится. А из этого я ничего уже и не пробовала. Потому что я беру себе Novench. Не экономлю на коже. На этой страничке хочу обратить ваше внимание, что это здесь одни кремы для глаз, для кожи вокруг глаз. И мне очень нравится крем в баночке. У него есть сногсшибательный эффект. Он снимает отеки и убирает темные круги под глазами. Посмотрите на него внимательно. Очень крутой крем. И даже мы проверяли его, когда появился герпес. Нанесли сразу этот крем, и он просто снял это воспаление, и герпес не разошелся. Я считаю, что это очень хороший показатель. Ну и есть крем осветляющий против пигментации для кожи вокруг глаз. То есть, если у вас такая проблема, то, конечно, выберите этот крем. Есть у нас гели для душа. Обратите внимание, какой крутой объем, за какую крутую цену. Я обязательно возьму японские церемонии. У меня он давно был, очень понравился аромат. Кстати, мыло набрала в 14-м каталоге с этим ароматом. Классный такой легкий. Приятный аромат, бодрящий. Здесь дезодоранты. Не покажу, потому что я не пользуюсь спреями. Я люблю шариковые дезодоранты. А вот мамочка у меня, наоборот, берет все время спрей. Поэтому для нее и закажу по хорошей цене такой аромат. Палеточку такую я брала, даже дважды брала. Мне она очень нравится. Несмотря на то, что кажется, что здесь цвета, может быть, какие-то не подойдут и не будут использованы, даже не переживайте, потому что их можно будет смешивать между собой кисточкой. Очень хорошая, стойкая помада, красивый глянец дает. Ну, просто бесподобная. Очень, действительно, вот достойная вещь. И удобно то, что не таскать с собой 5 помад, да, или 8 помад. Вы просто берете одну палетку и на любой случай жизни, особенно в дорогу, если вы часто путешествуете, то это идеальный вариант. Так, с этой странички, конечно же, я вам покажу тени. Я взяла вот такую палетку большую и 6 оттенков теней. И моими фаворитами стали тени. Вот этот коричневый оттенок, это темный кофейный. Мне безумно понравился тауп, где у нас сливовый тауп. Розовый, вот этот розовое золото я взяла оттенок, и достаточно активно пользуюсь матовым теплым таким бежевым нюдом, а зеленый и синий у меня пока что еще не дегустировались даже. И я вам хочу показать, как работает с праймером тени, вот как раз тюбик праймера, я его оценила, крутой праймер, он очень хороший. Давайте вот здесь вот вам покажу немножечко хотя бы. Смотрите, он сразу идет с оттенком, как и наш обычный праймер для лица. То есть у него есть такой тон небольшой, то есть сразу века у нас как бы выравнивается с общим оттенком кожи. И набираем немножечко средства теневого и накладываем. Мне понравилось то, что хорошо идет тушевка по праймеру. То есть я вам прямо сейчас покажу. Смотрите. Растушевывается идеально, не остается никаких пятен. Равномерное пошло покрытие. Все, вот я растушевала, и пошла красивая-красивая игра цвета. Добавила немножечко, например, такого оттенка розового и золота.
У него, кстати, очень мягкий блеск. Нет жесткого перламутра, которого я так боюсь. Вот, кстати, в белом, вот белые тени, белый перламутр, тут просто вот они просто льются этим белым перламутром. Вот такое получилось красивое сочетание. То есть я растянула, сделала градиент, высветлила, допустим, если вы смотрите, это внешний угол глаза, это внутренний. И во внутренний угол глаза я могу чуть-чуть положить вот такого вот, как акцентика, чтобы высветлить и от носа оттянуть глазки в стороны. Особенно это для тех подходит, у кого близко посаженные глаза. И получается вот такая красивая штучка. И всегда вот эти границы нужно стушевывать. То есть, да, делаем растяжку. Я как начинающий художник, да, пользуюсь такими словами. Крутые тени, все мне они очень нравятся по качеству. Мне понравилось, что у них большой объем. Есть зеркальце, очень даже удобное зеркало. И мне понравился дизайн палеточки, то что когда она закрыта, видно здесь тени сквозь окошечко такое. Ну, достаточно элегантно. Прям неплохо, неплохо. А вот праймер прям отличный, суперский. Я пробовала тени носить без праймера. Конечно, они тоже неплохо ложатся, но не так хорошо. И нет такой тушевки классной, вот как мы сейчас с вами, видите, проработали. Я прям довольна результатом. Румян у меня нет. Я их не брала, потому что румян у меня очень много. Но я их пробовала. И мне румяна понравились по качеству. У них тоже есть оттенок такой хайлайтерный. То есть они сразу дают сияние коже. Ну, прям достойный вариант. Так, что с этой страницы показать вам? Карандашики для глаз. Где они у меня? Так, есть у меня карандаш с эффектом металлик. Лучистый изумруд. Смотрим, какой он лучистый. Он просто нереально лучистый. Смотрите, как он весь сияет. Обожаю его. Но я его крашу в основном только на нижнее веко. То есть прям в ресницах прокрашиваю вот этим зеленым. И кисточкой растушевываю. И есть у меня вот такой синий оттенок, надеюсь, вам хорошо видно, очень хороший, глубокий синий цвет такой и сине-черный просто, то есть он подходит, ну, как бы, если вы не хотите слишком жестких линий, например, черного, а хочется подчеркнуть цвет глаз, например, у вас голубые, синие глаза, то, конечно же, вот таким цветом, как цвет-усилитель своего цвета глаз, и при этом хорошо подчеркнет, очертит глаз, то есть это по верхнему веку просто шикарная подводка. И заметьте, как мягко ложится карандаш. Я вот в восторге от этих карандашей, мне они очень нравятся. Так, с этой странички, ну, у меня нет этих тушей уже, чтобы показать вам кисточки, но у меня есть мое любимое средство для снятия водостойкой косметики. Кстати, вышел на днях новый ролик, где я показываю, как работают средства разные, мицеллярная вода. В розовой баночке, в такой же есть у нас средство для снятия макияжа. И свое любимое. Конечно, он победил, всех все удалил дочисто. А те два средства не справились. То есть остатки макияжа все-таки виднелись. Поэтому рекомендует он средство «Медузку». Но, опять же, надо пробовать. Может быть, оно вам не понравится. Потому что оно все-таки жирненькое. Его даже вот видно. Когда вот держишь, видите, вот такие вот, оно жирноватенькое, но чем мне оно нравится? У меня не щипят глаза, у меня нет никакого дискомфорта, даже если я слишком много его на ватный диск нанесу и залезла нечаянно в глаз, у меня не раздражается слизистая абсолютно, то есть он обладает таким успокаивающим, смягчающим эффектом, и у него, от него сразу мягенькая-мягенькая кожа, я от этого просто балдею. А мы двигаемся дальше. Вы знаете, вот с этой странички я вам даже ничего не покажу, но скажу, что точно закажу средство против расслаивания и ломкости ногтей. Оно идеальное. Я им раньше пользовалась и закончилось. Хочу повторить. Что хочу рассказать еще? Мне очень нравится закрепляющее покрытие с эффектом гель-лака. Тоже у меня закончилось. Может быть, я тоже его возьму, кстати. Матирующее никогда не брала, но видела эффект. Любой лак он делает матовым. Кстати, матовые лаки еще модные. Это я не пробовала. И два лака для французского маникюра. Если вы любите и готовы делать французский маникюр, то, пожалуйста, делайте. А вот тут в уголочке у нас припряталось двухфазное масло для ногтей и кутикулы. То есть вот оно. Его видно прям сверху зеленое. Здесь более прозрачное. Мы его смешиваем обязательно. И потом вот так просто кисточкой снять лишнее, наношу вот сюда вот на кутикулу. Сейчас не буду много носить, обычно я это делаю, когда делаю маникюр.
И вот так просто втираем в кутикулу и в ногтевую пластиночку. И надо оставить, чтобы маслица поработала. То есть не надо сразу красить ногти, потому что на масляную основу, если вы накрасите лаком, то лак просто быстро облетит и все. Мне понравилось масло. Нет у него никакого особого запаха какого-то там, чтобы я чувствовала. Просто приятная, классная маслица, ухаживает отлично. Я прям заметила, у меня кутикула стала мягче и не растет так агрессивно. Вообще у меня с кутикулой, конечно, борьба идет постоянная. Так, на этой странице у нас энергоблеск, помада. Покажу одну из своих заначек. Что-то у меня и старенького есть. Я просто перестала почему-то ими пользоваться. Вот у меня какой-то, наверное, ослепительный беж. Посмотрите, как она вся сияет. Просто здесь такие микроскопические сияющие частички, завораживающие. Особенно на солнце, при дневном освещении или при ярком искусственном свете, как сейчас. Это выглядит просто обалденно, просто обалденно. И очень долго держится эта помада блеск. Даже если поесть, попить, за счет того, что у нее вот есть какая-то некая прозрачность и много-много блесток, все равно остаются губы в шикарном таком состоянии. Так, что здесь я вам покажу? Сливовую помаду. Вот у меня самый темный оттенок, винный. Да, семерочка на конце. Это помада мусс. Помада мусс достаточно капризная, но лежит неплохо, хочу сказать. Вот, вот такой цвет. Это мне отдала дочка, а я ей подарила серии Giordani такую же помаду, там потемнее оттенок. И она сказала, нет, я хочу его, а этот мне отдала. Можно нанести второй слой, будет ярче. Лучше наносить кисточкой. Все-таки кисточка лучше распределяет по поверхности губ, и будет это выглядеть все очень круто. Вот такая вот красота. Других оттенков у меня нету. Далее, здесь я вам покажу такую помаду стик. Она выкручивается, то что очень удобно. И посмотрите, какой цвет. У меня как раз самый розовый оттенок. Смотрите, какой он. Он просто такой неоновый. И шикарно смотрится на загорелой коже. Это просто офигенные помады. По качеству она настолько мягкая, классно ложится. И посмотрите, какое плотное дает покрытие. И они очень красивые. Я видела в деле еще вот такую красную помаду. Она просто безумно красивая, очень круто. И мне нравится, что не надо точить. Выдвигаешь по чуть-чуть, и ее там достаточно много, почти 3 грамма, хватит надолго. Так, на этой страничке ну, у меня нету. Хочу, кстати, порекомендовать BB-крем. Очень хороший, я им пользовалась, мне понравился. А сейчас я балдею вот от этого праймера. У меня есть, кстати, праймер InnoVeg, который очень дорогой, он стоит больше 1000 рублей, а этот всего 319. И я хочу сказать, что мне этот праймер нравится больше. Он сразу, мгновенно, когда его наносишь, где вам показать, тут давайте капельку, у меня рука палитра, то есть вы видите, он дает легкий оттенок, но его не будет видно, когда вы растушуете кисточкой. То есть все, вот он исчез. Вместе с ним исчезают поры, жирный блеск, появляется такая матовость, и гладкость. И когда вы сверху положите капельку тона, то он просто растечется и будет лежать идеально. Также фиксирует макияж. Я считаю, что в наше время, такое продвинутое цивильное время, девушка без праймера просто не может жить. Просто. Здесь 20 мл, но я даже вам передать не могу, сколько я им уже пользуюсь, потому что нужна прям буквально капля. Где-то раза в 2-3 меньше, чем самого тонального средства. Его надо прям чуть-чуть. Поэтому рекомендую, берите, девочки, это супер волшебник. Ничего не расскажу про это, не пользовалась, не знаю, но зато расскажу про тоналочку. Кстати, нюхала вот эти вот средства, как-то, мне кажется, они... Нет, не эти, или эти. Нет, ничего не буду говорить, потому что какие-то у нас были бальзамчики. А, ну да, по-моему, эти вкусно пахнут. Но я просто не брала, потому что ну, у меня очень много помад, всяких блесков. И я просто понимаю, что я ими не буду пользоваться, зачем мне их набирать. Тональная основа. Colorbox. Обратите внимание, отличная цена. Всего 169 рублей. Хороший объем, обычный, 30 мл. И очень неплох. У меня, по-моему, сейчас скажу, какой оттенок. 02 на конце. Это фарфоровый. Смотрите, фарфоровый, но он не бледный. Не пугайтесь, в тюбике он сначала кажется очень темным. Не буду много выдавливать.
А на деле он абсолютно даже и не темный. То есть не пугайтесь, что вы увидите в тюбике, как будто бы он будет вау-вау какой. Вот, у меня абсолютно бледная кожа, и он отличный. У него приятный аромат, кстати, такой нежненький. Ну, он достаточно популярный, берут, но я просто уже для себя выбираю, конечно, Джордани тональную основу. А этот очень даже неплох. Кстати, мне его часто заказывают и перезаказывают. Так, что здесь? Все без скидок, поэтому даже не буду здесь останавливаться надолго. Так, а вот здесь, вы знаете, я вам покажу помаду и тональную основу. Есть у меня один оттенок, классический розовый. Вот этот цвет. Кстати, цвет соответствует практически картинке. Если его вот так вот нанести, то видим, что совпадает цвет с картинкой, поэтому вы можете уже присмотреть то, что вам ближе, и увидите, что, ну, подходит или нет. Картинка, в общем-то, не обманывает. Хотя обычно бумага с трудом передает истинный цвет. Это очень сложно добиться, потому что, естественно, в деле может быть чуть-чуть по-другому выглядеть. Опять же, зависит от нашего природного цвета губ, от цвета кожи. На каждом это смотрится все по-разному. Что скажу про помаду? Ну, как всегда, Джордани, она прекрасна. Тем более здесь в этой помаде органовое масло, и оно дает классное увлажнение губ. Мне она нравится. Тональная основа. Для меня, например, эта тональная основа стала номер один. Я пробовала абсолютно все наши тональные основы. И флюид сейчас у нас тоже хорошая тональная. Но она мне чуть-чуть забивает поры. Этот тон просто роскошный. Вот капельку прям выдавливаю, чтобы вы посмотрели, как он выглядит. Чем эта тональная основа примечательна? Мастер Крейшен, тон кожи в 5 раз более сияющий становится, она невесомая, содержится питательные эликсиры, которые восстанавливают кожу, и реально кожа выглядит более молодой. Я вчера делала макияж своей подруге, используя эту тональную основу, она у меня как раз после стресса, попробовала этот тон, вот она просто преобразилась на глазах. Настолько вот классно. Но ее видно, вот, что там есть такие сияющие частички. Это, конечно, надо прям присматриваться. Но кожа вот струится. Вот видно, что она начинает такая вот прям отражать. Я в восторге. Спасибо компании за то, что не стоит на месте. Двигается вперед. Классный тон. Но я думаю, что надо взять еще посветлее оттенок. А может быть, я возьму пигмент-корректор. Кстати, еще не взяла, но очень-очень бы хотелось. Так, что здесь еще? Кстати, многие меня спрашивают, какой у меня лак. Вот он, кремовый кофейный этой серии Giordani. Да, чтобы уже как бы предугадать ваши вопросы. Классный лак, мне понравился. Так, что здесь? Есть вставка в каталог. Кстати, в электронном виде вы ее не увидите, эту вставку, только в бумажном каталоге или, может быть, где-то поискать на сайте. Что здесь интересного? Ну, много-много скидок. Обязательно нужно сделать из каталога заказ на 500 рублей, тогда вы сможете воспользоваться вот этим предложением. Потому что иногда бывает, человек увидел что-то здесь, говорит: «Ой, хочу только вот это». Заказывает, не проходит. А надо почитать внимательно, что должен быть заказ из текущего каталога на 500 рублей. Что здесь крутое? Парфюм. О, кстати, не нашла, где-то у дочки он есть, я ей дарила. Красиво сделан, красиво пахнет. Посмотрите, какой аромат у него. Вкусненький миндаль, малинка, цветочные нотки. Классный аромат. И девочке моей понравилось. На этой страничке мы всегда берем вот эти спонжи для макияжа для дочки. Она просто от них балдеет. И балдеет наш кот. Постоянно их у нее ворует и сгрызает. Потому что они очень вкусные, прикольные, красивые. А я посмотрела, у меня из этой серии Giordani оказалось аж 4 помады. И я вам сейчас их все покажу, чтобы вы знали, какие это цвета. Так, ну вот первый попался, это оттенок 77, утонченный розовый, 313-77. Давайте вот здесь буду пробовать. Он прям, видите, прозрачненький, нежненький, прозрачный. Эти помады отличаются тем, что они вот такие нежные, прозрачные текстуры, они питают хорошо кожу. Следующий какой попался, это оттенок 22-748. Это очаровательный пионовый, кстати, мой любимый оттенок. Я им практически всю зиму всегда пользуюсь. Надеюсь, какой цвет.
Он такой прям натуральный. Осень, зима, когда не просто вот хочется иметь натуральные губы, самое то. Следующий бежевый. Это чарующий кофейный, называется 31376. Вот он кофейный, то есть он прям кофе, кофе, кофе. Его практически на губах не видно, но если с контуром, то да, он очень хорош. И взяла еще вот такой вот цвет, 80-й, это 31380, искушающий красный. Но вот он красный, но он не агрессивный. Вот тут его покажу. Смотрите, какой красавчик. Посмотрите, какое чудо. Вау, просто вот, ну вот просто балдежный цвет. То есть он не плотный, он не слишком, не будет таким агрессивным. Он просто вот такой вот весь, вот, он даже какой-то с розовыми какими-то нотками. Такой пионовый цвет, классный. И помада мне нравится, как увлажняют губы. То есть я зимой вот всегда в них. Поэтому я ими летом даже практически не пользовалась. Сейчас все достала и буду их использовать. Так, что здесь? А здесь у меня ничего нет, что вам показать. Могу сказать, что... возьму обязательно себе вот такой искристый бронзовый лак для покрытия. Там классные такие золотистые, рыжие, всякие коричневые такие блестки. Мне очень он понравился. В прошлом году он у нас уже был. И я его брала. Мне все время его кто-то выкупал, забирали, выпрашивали. И у себя не осталось. А я его очень хочу. С этой странички смотрите, какие кремы. Я вам один покажу. Смотрите, какой дизайн. Крем у меня... сейчас скажу, какой вкус. Маракун. Маракун. Они все по качеству примерно одинаковые. У меня уже даже пробовать негде. Ну, мы, наверное, все такое перепробовали с вами. Классный дизайн. Я, кстати, тут, наверное, на подарки именно такие возьму. И вон, смотрите, вот они все вот такие, как лосьончики. Тающие. То есть наносишь, и он просто бам, и исчез. И нет крема. Осталось только приятный аромат, мягкость, увлажненность кожи. Все. Вот это я люблю, особенно когда в течение дня и понимаешь, что не сможешь, там, если жирный крем, как, например, у нас медовый крем, я его наношу в основном только ночью, или я знаю, что ничего делать не буду, ни с бумагами, там, ни к чему дотрагиваться, дать ему время впитаться, то этот крем, он прям молниеносно работает, и его можно всегда использовать. Здесь у нас классная интимка, кстати, мерцающий лосьончик с вкусным ароматом. Бам-бам-бам, ну вот и сухой шампунь тоже хороший. Мужскую покажу, какой крутой, большой, вкусно пахнущий. Это средство для душа, волос и умывания. На гибриде 250 мл. Но мне понравилось то, что он в таком стильном оранжевом дизайне. Я вот Мишу взяла, пусть пользуется. Классный, вкусный аромат. Так, что здесь? Кстати, пена для бритья за 199 рублей. Это халява. Такое слово, другого не подходит. Очень прикольное мыло «Морское путешествие». Тоже мы брали. Я люблю детские серии, если вы заметили. Я и шампунь для волос себе беру детские зачастую, просто потому что мне нравятся какие-нибудь такие веселенькие, красивые, вкусно пахнут, хорошо промывают волосы. Так, здесь у меня ничего нет, что вам показать. Хорошая расчесочка, кстати. Так, здесь у меня тоже ничего нет, поэтому сами смотрите, что вам западет в душу. Вот я запала на этот шарф очень давно, но он что-то так дорого все время стоил, а сейчас он будет всего за 499 рублей, поэтому я как раз его и возьму. Он теплый, объемный, очень красивый, у него вот эта вот как плиссировка, но он не тонкий, то есть он подойдет на осень глубокую, на зиму, его можно, он как декор, красивый, дополнение. Например, у меня черное пальто, и оно как-то мрачно смотрится, а с такими светлыми шарфиками очень даже суперски. И, кстати, вот эта шапочка неплохая. Я мерила ее в прошлом году. Очень неплохая. Варежки не помню. Ну, варежки тонковатые, поэтому я на них никогда не обращаю внимания. А вот шарфик супер. Вот, что я вам покажу. Еще раз. И она уходит. Мне кажется, ее скоро уже не будет. Это сумочка Discuse, моя любимая. У меня и у дочки такие сумки. Вот я с ней вообще без скиду хожу. Постоянно. Посмотрите, в каком состоянии она. То есть уже ей, наверное, год есть этой сумки. Постоянно она у меня в деле. Единственное, что вот чуть-чуть замок затерся. Но не сильно видно. Конечно, никто этого не присматривается. Тут у нее кармашек.
тут все в таком красивом розовом цвете. Она удобная, она вместительная. И вообще просто кайфую от этой сумки. И мне нравится, какая она стильная. То есть такая сумка никого не оставит равнодушным. Очень интересная пончо Аризона. Прям красава, тепленькая, такое эффектное, классное пончо. Мерила его в прошлом году тоже. И, кстати, прям к нему вот эта сумка классно подойдет. Аурелия сумочка. Посмотрите, какие приятные цены, девочки. Ну, это вот просто фантастика. Так, здесь с этой странички есть у меня жидкая лаковая помада. Кстати, я их вот очень люблю, лаковые помады. Они так преображают образ. Смотрите, какая она. То есть она вот прям вот такая слюняшечка, такая гладенькая, посмотрите. Классно губки увлажняет. И губки такие прям девичьи-девичьи становятся, губки бантиком. Очень люблю эти помады. У меня, кстати, много-много было. Не знаю, куда-то они делись, может, кто-то взял погонять. Вот осталось две. Вот эта и еще такая сиреневая. С этой страницы у нас новинка, которая, кстати, появилась еще в 13-м каталоге, но я не взяла. Я ее почему-то пролопоушила, но в конце каталога, когда я уже все уже не делала заказ, все начали ее безумно расхваливать, все распробовали и в чате начали писать: девочки, какая классная штука, это база под тушь, она реально работает, ресницы становятся густые, пушистые, длинные, тушь просто вот ложится идеально. И я поняла, что да, я ее, конечно же, буду заказывать, но уже дороже, чем она была. Интересный палантин-плед, он двухсторонний, с одной стороны ярко такой розовый, с другой более какой-то красно-бордовый оттенок. Ну, что могу сказать, любите такие вещи, конечно, возьмите, особенно если у вас на работе прохладно, это будет классный акцентный аксессуар, который согреет и привлечет внимание. С этой странички ничего еще не видела, но очень хочу посмотреть шапочку. Очень хочу. Интересная шапочка. Может быть, даже моей дочке она подойдет, потому что мы ей никак шапку не можем найти. Прикольная сумка. Двухсторонняя. То есть два в одном. Хотите, она у вас будет такой вот бронзовой. Хотите, она будет такой с какой-то блестящий, непонятно какой-то оттенок. Конечно, картинка может искажать немножко цвет, но похоже, как серебрянка такая. Перчаточки. Митинки. Можно наносить как перчатки, можно одни митинки. Тоже все супер. Здесь мы с вами все уже видели. Эта коллекция, мне кажется, уже скоро у нас покинет, уйдет. А у меня единственное, что есть из аксессуаров, это цепь. Я вам ее, конечно, покажу. Цепь и серьги. А серьги я не приготовила, но забыла. Я думала, они здесь лежат. Вот такая цепь, которую можно использовать на шею, на талию, на сумочку. То есть она многофункциональная. На шею, кстати, ее хватает обернуть даже два раза. То есть если под образ надо что-то массивное такое, то ее можно два раза, она вполне спокойненько помещается на шее. Вот я ее достаточно активненько таскаю. Видите, что нигде нет потертости, все очень качественно, все блестит, горит и классно выглядит. Храню ее вот в такой отдельной баночке. Так, что еще? О, забыла приготовить. Ну, конечно же, я обожаю коктейли. Меня часто спрашивают, как мне удается быть такой стройной, подтянутой. Почему растут так волосы и все вообще так прекрасно, и кожа. Я очень сильно себя балую коктейлем. Часто кушаю супчик, особенно люблю томатный. И каждый день у меня в рационе wellness pack. Каждый день. И Миша, и дочка, и я, мы каждый день мы пьем wellness pack. Это витамины. Это то, что необходимо нашему организму для того, чтобы он был здоровый, красивый и подтянуть иммунитет, поднять. Иногда берем батончики, но достаточно дорого. Но иногда берем, балуем себя. Так, с этой страницы. Это бомбическая серия Eco Beauty. Натуральная на 95%. Я вам покажу только молочко. Как раз вчера с ним очищала кожу, снимала макияж. Какая красивая упаковка. Посмотрите, вот каждая бутылочка разная. То есть они неповторимые. Самое бесподобное здесь это крем и тоник. Освежающий тоник. Это просто супер, просто бомба какая, замедленного действия. У меня еще есть, кстати, масло, забыла его приготовить. С маслом я делаю массаж. Все, супер серия. Если вы особенно вегетарианка, то эта серия для вас.
обязательно возьмите, побалуйте свою кожу изысканной такой косметикой. Это, ну, не знаю, нет аналогов, мне кажется, в мире. У нас выходит новинка – обновляющий пилинг для лица. Девочки, это все равно, что пойти в салон и сказать: сделайте мне пилинг. То же самое. Только в салоне вам будет процедура до встречи с косметологом стоить примерно от 1500. Здесь же вы за 689 рублей приобретаете 100 мл обновляющего пилинга. Как использовать? На чистую кожу лица и шеи, избегая области кожи вокруг глаз. На 20 минут наносим, а перед смывкой мягко помассировать кожу в течение минутки. Смывать теплой водой. Все. Я думаю, что это каждый из нас может сделать. Обязательно возьму эту новинку, потому что о коже нужно заботиться. У кого проблема, кожа чувствительная, есть покраснение, да, близко расположены капилляры, пожалуйста, для вас вышел наконец-то крем. Специальный против покраснений. Специальная технология. Но ноу-хау. Поэтому, девочки, налетайте, разбирайте. Уйдет, мне кажется, вот на первой неделе каталога исчезнет просто со склада, потому что это очень популярный продукт. Часто встречаются люди, у кого проблемы с кожей. Так, далее. На этой страничке я вам покажу сыворотку, которую очень люблю. Вот еще там чуть-чуть есть, не пойму сколько, да, половиночка. Сыворотка Novage Collagen. Ну и коллаген — это просто моя любимая серия. Сыворотка обычная, прозрачная капелька, легко впитывает, сразу эффект лифтинга, подтяжки суперские. Еще у меня есть сейчас как раз крем дневной. Вот таким пользуюсь, Ultimate Lift. Он сиреневый, смотрите, он очень вкусно пахнет, он круто тоже питает кожу. Novage — это вообще бомба просто, конечно. Тут ничего не скажешь, Novage есть Novage. И я взяла себе осветляющий ночной крем, и я пришла от него в восторге. Думаю, что я буду к нему часто возвращаться, потому что он настолько легкий. Во-первых, дозатор, как вы видите, я очень люблю все с дозатором. И он такой прям мяу, оп. И все, и нет. Потому что вот в коллагене кремы, они достаточно такие грузные. Их надо там дать время впитаться. А это все моментально раз. И оставляет после себя гладкость, мягкость, ухоженность. Обожаю этот крем. Почему-то... Где? Вот. Еще хочу еще раз сделать акцент на том, что вышло новое средство гель-тоник. Два в одном, это новинка, 150 мл в нем. Обратите внимание, в прошлых средствах, где был отдельно гель и тоник, у нас было по 200 мл. Он чуть меньше, но он даст фору, мне кажется, любому очищающему уходу, какой только есть на свете. Я, когда только его получила, у меня было некое такое предвзятое отношение. В принципе, я не люблю, когда там два в одном, три в одном. Но это средство меня потрясло. Девочки, без приукрас, без всяких там, мне как бы, да, сами понимаете, все равно, будете вы брать или нет, я просто делюсь своими впечатлениями, рассказываю то, что мне нравится, чего я прихожу в восторг. Это мне очень нравится, я рекомендую. Берите, не пожалеете. Сейчас у меня в использовании, да, основа, как бы база Novage, ну, собранный микс сыворотка и коллаген. Гель такой, дневной крем Ultimate Lift, а ночной из осветляющей серии. Но все эти средства могут друг с другом сочетаться великолепно, поэтому берите то, что вам нравится. Так, на этой страничке что у нас есть? Кстати, тоник у меня есть, но не показала. Хороший тоник, хороший увлажняющий для всех типов кожи. Хороший мягенький крем ночной для сухой чувствительной. Обращайте внимание, что это для сухой и чувствительной кожи. Шикарная сыворотка против пигментации. Только закончилась она у меня в прошлом каталоге, как раз снимали пустые баночки. И вот у меня есть такое средство. Это специальный защитный крем-флюид с SPF 20. Подождите, у меня другой. Здесь SPF 35 защитный. А, это крем-флюид. Прошу прощения, это у меня тон. Не то взяла. Нет, у меня такого средства нет. А, кстати, читала отзывы. У меня был крем в баночке, вот такой круглый, именно высветляющий. Мне он очень не понравился. Для меня он такой тяжелый, жирный. Девочки писали, что именно этот крем-флюид они взяли для того, чтобы сработало, да, против пигментации. Они сказали, что он очень хороший, легенький, хорошо впитывается, и остались довольны. Из этой серии я брала
брала крем дневной, молочко не брала. Я не люблю молочко, поэтому у меня крайне редко вы увидите в коллекции молочко. Я люблю пенки, я люблю умываться, чтобы это все чисто, скрипело, было классно такое. Я люблю пенки, я люблю много воды обильно. А вот крем мне понравился, да, он неплох, он очень даже неплох. Это супер турбоаппарат для очищения кожи Skin Pro. Вот он у меня как раз здесь есть. Такой. Это массажная насадка. Вибрирует, там она издает сколько-то безумное количество этих вибро-встрясок, поэтому получается шикарный массаж. Получается крутое очищение кожи. Я вот меняю насадочки. Они, кстати, очень легко меняются. Так повернула, например, поставила другую насадку. Оп, все, работает. То есть она вибрирует. Если мы будем сравнивать с предыдущим Skin Pro, который у нас был, тот был вращательный, он так медленно, там была только одна насадка, вот такая вот для пенки. А здесь же идут вибрации, поэтому он подходит даже для очень чувствительной кожи, он в удобной подставочке. Вам не видно, сейчас покажу подставку. У него удобная подставка, то, что поставили, все, и он стоит. Устойчиво, красиво, эффектно, современно, космические разработки. Мне он очень нравится. Больше, чем прошлый Skin Pro, я от этого просто в восторге. Так, двигаемся дальше. А, чайное дерево. Конечно, я похвастаюсь. У меня есть салфетки. Где они тут открываются? С какой стороны? Вот. Откройся. Салфетки. Они такие прям пухленькие. Смотрите, какая большая упаковка. Очень хорошо пропитанные. Не буду доставать. Или достану, сотру все с руки. Да, вот, кстати, очень хорошо. Посмотрим заодно, как стирают. Давайте начнем отсюда. Тут вся перемазалась, чтобы вам все показать. То есть, видите, да, начисто все раз удалили. Приятный, классный аромат. Очень вкусно пахнет. Очень мокренькая салфеточка. Буквально хватит прям вот помыться. Если вы в поезде там или в машине долго едете, возьмите с собой эти салфетки и кайфуйте просто. Вот, все. Чисто, макияж даже можно снимать. Единственное, аккуратно с глазками, потому что все-таки чайное дерево, он дает антибактериальный эффект, поэтому глазки могут не сказать вам спасибо. Все, я чистенькая. Спасибо, салфеточка. А, как вкусно пахнет, такая свежесть. И есть у меня где-то здесь же, прячется, да, вот она, масло чайное дерево. Но это масло заменит вам пол аптеки, как минимум. Потому что у него столько показателей, куда его можно применить, да, назначение. Что я им делаю? Если чувствую, что заболеваю, там насморк появляется, горло першит, я тут же развожу с водой, только обязательно разводить с водой. Например, беру чайную ложечку, капаю 3 капельки воды, 1 капельку маслица. Может быть, 2. Да, смотрите по состоянию, например, 4 воды, 2 капельки масла. Попробуйте, как ваша слизистая. У меня слизистая достаточно чувствительная, поэтому я много не капаю. Горлышко полощу, чуть-чуть воды теплой, 5-6 капелек маслица. Горлышко прополоскали. То есть оно от всего, от ушибов, от ран, от синяков, от ожогов. Ну, вообще все-все, порезы, все что угодно, укусы разных там комаров, животных и так далее. То есть это для нас палочка-выручалочка. Прыщики, перхоть, везде-везде можно его использовать. В крем добавлять, в шампунь добавлять. Почитайте в интернете, про него там все написано в ярких красках. А мы продолжаем двигаться дальше. Ну, кстати, я не заметила, что здесь есть предложение. Бальзамчики для губ всего по 95 рублей. А у меня, кстати, есть манго. Но я вам уже его не покажу. Просто поверьте мне на слово, что оно вкусненькое, прикольное. Кстати, дыня мне потом понравилась больше. Я дочке дыню брала, а себе манго. А дыня мне понравилась больше. Вот, кто-то спрашивал, какую я люблю интимку. Вот это моя любимая. Но она стоит 349 рублей, поэтому я ее не всегда беру. Но она мне больше всего нравится из всех интимок. А это интересненькое средство, увлажняющий бальзам для интимных зон. Тоже мотайте на ус, можно взять, если есть проблемы какие-то. Так, что здесь? У нас есть средство для расслабления. Это добавляем в ванную, такое маслице, оно, видите, жиденькое. Просто добавляем немножечко в ванную, чтобы полежать, расслабиться, подышать вкусно, как ароматерапия. Далее, у меня есть крем-масло.
И я так понимаю, что оно не только мне понравилось, я обнаружила, что оно понравилось моей дочке, поэтому оно беспощадно быстро заканчивается. Ой, много взяла. Вот, посмотрите, какое оно, во-первых, красивое, голубое. Пахнет, обалденно пахнет. Классная банка. И оно густое. Но оно в то же время хорошо размазывается. То есть я не могу сказать, что его не свезешь. Нет, оно хорошо растекается по коже. И когда выходишь из душа, наносишь его на все тело, кожа, конечно же, становится просто офигенная. Потому что здесь масла. Они напитывают кожу, она разглаживается. То есть сравни две руки. Видно, да, что это вот рука сморщенная, а это молодая. Вот, вот вам разница. Сразу на лицо эффект. Тут вот кожа. А тут, вот, видите, мягкая, ухоженная, красивая. Так что, да, будем делать все красиво. Массажное мыло скраб, даже вам его покажу. Вот оно у меня все вспененное. Ну, я несколько раз купалась. Офигенное, балдежное. Но вот эти очень жесткие. То есть реально прям массаж. Поэтому я переворачивала на эту сторону и купалась с ним. Какая рекомендация по мылу? Нанесите, напеньте на кожу, оставьте на пару минуток, 2-3 минутки подержите, а потом мочалочкой смойте. И вот как будто бы, знаете, как будто содрали эту кожу, и осталась только молодая, красивая, здоровая. Если думаете брать перчатки, берите две. Очень удобно одеть сразу на две руки и налить сюда, например, геля или намылить мылом. И работать сразу с телом двумя руками. Получается, как бы вы эффективнее, чем одной рукой. Во-первых, это дольше одной рукой. Не везде достаете. Особенно спину классно двумя перчаточками сразу. Поэтому у меня две перчатки. Так, что здесь? Ну, могу сказать, что я не беру эту серию. Мне не нравится аромат. Он мне не подходит. Не люблю такой аромат. Моя дочка пищит от восторга от геля для бритья. Неплохие станочки, очень острые, поэтому первое время прям аккуратненько, чтобы не порезать стальным лезвием. Три станочка, в общем-то, даже очень неплохие. На этой страничке обожаю просто эту серию, просто обожаю. Мне в ней все нравится, и дизайн, и качество. Такой крем я брала, по-моему, 3 или 4 раза уже. Особенно, когда он по какой-нибудь крутой цене. Вот сейчас он 219, а я брала, по-моему, был по 149. Я сразу 3 штуки взяла и мазалась им постоянно. Мне нравится такой сладковатый миндальный аромат. И когда эта серия идет, я всегда беру себе несколько баночек и мажусь. Мне очень нравится этот крем. Он ласковый. То есть он не жирный, он легкий, но он и не лосьон, да, он приятный в использовании. Безумно нравится мыло, оно крем-мыло, обратите внимание, 125 грамм, и можно даже умывать лицо, купать деток, оно прям мягенькое, нежненькое, как детское мыло. И жидкое мыло тоже мы пробовали, хорошее, увлажняющее, оно тоже сразу идет с кремом, поэтому когда вы моете руки, они уже получают увлажнение питания. Так, что на этой страничке? Вот она, эта пилочка, о которой я вам говорила. Да, она стоит в 2 раза дороже, чем та в начале каталога, но она крутая. Она, во-первых, больше, она большая. Она такая изогнутая, как, вот, знаете, как ложка. И она шикарно полирует пяточки. Я вообще в восторге от этой пилки. Есть у нас крем для загрубевшей кожи, для снятия тяжести. Маска, кстати, маска очень интересная. Я брала несколько раз маски. Ну, забываю пользоваться. Все-таки кремы сейчас у меня их много, маску поэтому брать не буду. И очень крутой спрей против натирания. У него вкусный аромат, кстати. Он небольшой, обратите внимание, объем всего 100 мл. Но если вы мучаетесь, у вас часто бывает, что натираются кожа на ногах, поэтому прям вот рекомендую, отличное средство. Так, здесь я вам покажу такой гель, только у меня ничего нет из этих страничек сейчас. У меня есть только такой гель, он прям новенький, у меня его дочка обожает, он вкусно пахнет. Это гель антисептик. Чтобы помыть руки, если негде их помыть, просто вот так капнуть капельку этого геля, растереть на руках и все. Открывать не буду, у меня прям новенький еще. Я еще не закончила. У меня с цитрусом остался. Давайте двигаться дальше. Что здесь? А, да, я влюбилась в шампунь. Вот такой, яблоко и бамбук. Уже 3-й или 4-й флакон использую, заканчивается. Супер, просто волшебный шампунь. Несмотря на то, что он 2 в 1, он мне безумно нравится. У меня с ним такие промытые, чистые, пушистые, рассыпающиеся волосы. Но я все равно пользуюсь бальзамом сверху.
Этот шампунь мне не подошел, но семья использовала с удовольствием. Аромат малинки, если любите. Ну, я люблю миндаль. Вот это у нас было. Все было, все закончилось. А на этой страничке я вам покажу такой лосьон для тела «Золотое сияние». Он у меня есть. Сейчас так немножко выдавлю. Густенький такой, хоть и лосьон, но он, видите, такой прям не растекается, лежит. По поводу блесток. Многие спрашивают, там что, прям блестки? Нет, смотрите, тут просто легкое сияние. Очень красиво подчеркнуть загар, например. Или просто сделать кожу более привлекательной. Потому что он, когда впитывается, высыхает, мы потом с вами посмотрим, как он питается. Он, вот, пошло сияние. Вот оно прям как будто кожа. Если здесь смотреть, она такая матовая, сухая. А здесь вот отлив идет. То есть нет блесток, нет перламутра. Просто сияние. Такое дорогое, красивое. А пена для ванны просто бомба. Здесь 500 миллилитров, очень густая концентрированная пена, мы ей пользуемся как гель для душа. Вот недавно закончилась, может быть, еще повторю, посмотрим. Так, с этой странички похвастаюсь масочкой. Мне, кстати, очень нравится все медовое. Вот такая маска красивая, у нее такой прям кремовый, желтоватенький цвет, как будто банка с медом, пахнет медом, очень вкусный аромат. Классно питает волосы. Мы маску берем постоянно. Смотрите, какая шикарная цена. Всего 299 рублей за такую банку. Целый стакан, 250 миллилитров. У кого сухие волосы, прям не думайте, берите шампунь. Бывает, что кожа головы сухая, прям чешется, стягивается. У меня одна клиентка, она просто была мне настолько благодарна. Даже зарегистрировала, стала консультантом. Когда я ей порекомендовала этот шампунь, она говорит, боже, я хоть свет увидела, я что только не пробовала, ничего не помогало. Настолько сухая кожа на голове, что она вот мучилась. А с этими шампунями она спаслась. У меня не сухая кожа, но я их тоже люблю. Понимаете, они не жирнят волосы, они реально просто питают. Очень хорошая серия. Это я вам уже чуть-чуть показывала. Кстати, обалденный бальзамчик. Мини Маус, возьму обязательно еще, прям пахнет клубникой, классно увлажняет, нет у него никакого цвета, он просто прозрачный, как видите, просто прозрачный бальзам. Офигенная штука, возьму несколько штук и спрячу, никому не буду давать. Это зубная паста детская, щеточки, они на присосках, очень классные щеточки, берите деткам. Здесь я вам покажу шампунь и бальзам для непослушных волос, он разглаживающий, вот, мне он нравится, вот он, такой хороший концентрированный шампунь, он перламутровый, он очень вкусно пахнет, а бальзам просто бомбический, даже, ой, водичка, я им пользуюсь сейчас, вот сегодня им как раз и пользовалась, а, вода с него натекла, так, где у нас салфетка-спасительница? Вот так мы спасаем ситуацию быстро на ходу. Классный бальзам, очень хорош, хорошо питает волосы. Я даже порой забываю маской пользоваться, потому что он справляется со своей задачей. А вот на этой страничке у нас еще есть сухой шампунь. Кстати, вот дочка у меня им пользуется. Кончился и стоит у нее. Надо в пустые баночки отнести. Классная штука, мы не злоупотребляем им, но всегда дома должен быть, особенно в дорогу, потому что это сухая чистка волос. Иногда бывает, что надо срочно привести волосы в порядок, нет времени мыть голову, или вдруг резко отключили горячую воду, это палочка-выручалочка. Поэтому даже не думайте, просто распылили на волосы, взбили руками, потом расчесали, встряхнули и пошли. Так, что здесь? Вот, кстати, шампунь-стимулятор роста волос. Обновленная серия. У меня она еще, кстати, не закончилась. В серой упаковке была. Реально работает средство. Реально работает. Особенно тоник-стимулятор роста волос. Если пользоваться каждый день. Кстати, после него не нужно мыть голову. Просто нанесли, помассировали и оставили. Он не тяжелит волосы, не слепляет их. Ну, не надо, конечно, уливаться, да. На кожу головы прям распыляете, делаете рядочки. И делайте легкий массаж. Вот реально волосы укрепляются и быстрее растут. Я себе прям вырастила косу крутую. Из этого у меня ничего нет. Есть зато краска. Краска для волос. Моя любимая 3.0.
Я вам покажу состав, что здесь входит. Вот пустая коробочка. Это эмульсия. В нее мы выдавливаем краску, взбиваем, отламываем хвостик. Вот здесь на бумаге у нас приколоты уже перчатки внутри. Они абсолютно дурацкие, не буду вам их показывать. Они абсолютно дурацкие, все равно, что в пакетах целлофановых красишь. Там инструкция на всех языках. Но здесь очень крутая краска, она содержит в себе омегу-3 и масло льна. Красишь волосы и получаешь одновременно уход. И потрясающая маска. Кстати, здесь написано 2-3 минуты. Никого не слушайте, держите хоть полчаса. Волосы станут только лучше. Маска бомбическая. Прям, если меня будет слушать руководство компании, я вас умоляю, выпустите для меня килограмм этой маски в одной банке. И пришлите, куплю за любые деньги. Потому что маска просто роскошная. После окрашивания волосы великолепные, блестят. Краска не вымывается, то есть у меня волосы очень длинные, я крашу только корни и иногда кончики крашу, потому что она увлажняет, и кончики становятся такие увлажненные, ухоженные. Краска бомбическая. Меня вчера спрашивает девушка: я не представляю, как ты красишь волосы. Я говорю: краской нашей Oriflame. Ну как, такие длинные, такие густые. Я говорю: сама, своими ручками. И она упала в обморок. Говорит: сама? Да, ребят, тут легко, можно самой покрасить дома, сэкономить кучу денег с нашей краской. И при этом волосы не пострадают. Прикольная здесь накидочка, она не длинная, как раз достаточно для того, чтобы закрыть плечи и не испачкать одежду домашнюю. Так, что здесь? Ну, практически все без скидок. А, щеточки, я вам покажу щеточки. Вот она, бомбическая щетка, чтобы вы знали, какой размер. То есть она достанет до любого самого потаенного местечка. Ну, чехол я, естественно, выкидываю, когда пользуюсь. Она кажется такая грубая, смотрите, жесткая, но она ласковая. Особенно, когда вы ее разогреете в горячей воде, и сверху я капаю или скраб, или пенку, гель для купания. Можно мылом ее намылить. Пролазит в любые самые труднодоступные местечки, усиливает кровообращение, все пилингует, отшелушивает. Вот волшебница. Вот этим я не пользуюсь. Тут массажные вот эти вот пупырышки. Им не пользуюсь абсолютно. Мне нужно только вот эта щетка. Просто бомба. Рекомендую всем. И шикарная щетка для ногтей. Смотрите, как будто ручной работы. Вот на такой вот тесемочке. Кстати, этой щетки уже, наверное, 2 года. Посмотрите, в каком она шикарном состоянии. То есть не лопнула нигде. Просто ее нужно хорошо просушивать. Шикарная грубая щетина, которая не гнется, не сминается. То, если видите, отклонился один волосочек, и тут что-то, да, замялось. Супер, прочистят ногти на руках и ногах. Даже если вы приехали с дачи и ковырялись 3 дня в земле, она уберет все абсолютно. Но прежде всего размягчите сначала в душе или в ванной, да, или просто ванночку для рук, для ног сделайте, и потом уже ей орудуйте. Щетка бомба, мне она нравится очень-очень. Так, что еще здесь вам рассказать? Пойдемте к ароматам. Экла. Я все-таки считаю, что это более весенний аромат, летний, но никак не зимний. Поэтому я его вот использовала как раз весной, начало лета, очень вкусный. Как ни странно, у меня редко бывает, что ароматы заканчиваются быстро и до конца, в основном остаются. Этот аромат мне пришелся по душе, он нереально вкуснющий. Здесь яблоко, гибискус, мускус, он такой девичий, радостный, позитивный аромат, он создает классное весеннее настроение. Далее, у меня есть вот такой, а я его не взяла разве? Неужели? Да не может быть, вот же он, красивый, в корсете. Тоже люблю этот Love Potion аромат. Это просто спрей для тела. И вот я им брызгала, я им летом, кстати, с удовольствием брызгала тело. Он такой легенький, приятный аромат создает. Очень крутой. Прям рекомендую, при том, что цена у него классная. Вот подумываю взять себе Sublime Nature. Очень Tuberose. Очень мне нравится его сестренка. Пользуюсь ароматом. Просто это настолько неординарные ароматы. Я аналогов вообще не слышала даже. Просто. А какие они стойкие.
бесподобно. Поэтому я вот подумываю, что этот аромат стоит взять, тем более со скидкой 55%. Я могу, да, составить прогноз, что где-то первую неделю каталога он улетит. Поэтому имейте в виду, если вы хотите получить необычный, но цветочный аромат, но он очень необычный и стойкий, то задумайтесь именно об этом аромате. Аромат Leaf and Color мне не подошел, я его прям целый отдала маме, но мне безумно понравился упаковкой. Мне нравится, как он пахнет от мамы, но на себе я его вообще никак не чувствовала. То есть он для меня как знаете, пустой звук. Очень вкусный, сексуальный, вечерний, такой даже, да, ночной аромат с афрозодиаками. Тут имбирь, шоколад, какао, поэтому тоже у нас был, тоже прикольный. Использовали до конца, флакончик выкинули. Такой не брала аромат, неординарный. Возьмите сначала пробник, понюхайте, потому что он не, вот не на всех. У него восточные нотки, да, и он не на всех хорошо ложится. Надо его нюхать, но он бесподобный. Здесь все без скидок, поэтому ничего рассказывать не буду. Про мужские ароматы могу сказать, что они вкусные. Берите пробники. О, забыла Mission Novage. Кстати, Novage для мужчин. Приучайте мужчин ухаживать за кожей. Пусть они тоже будут красивые и классные. Шикарное предложение для мужчин со скидкой 50%. Тоже посмотрите, здесь есть и для лица более доступные цены, нежели Novage. Хотя бы начните с чего-то попроще, пусть мужчины будут красавчиками у нас. Ну, здесь вот дезодоранты. Новинка. Выписала пробник, понюхала и забыла. Не помню. Помню, что мужественный, интересный, спокойный такой аромат. У него хороший состав. Посмотрите, молотый кориандр, то есть такие мужские звуки. Жареный каштан и аккорд мраморной древесины. То есть древесный такой, хороший, спокойный. Приятный аромат по супер цене, 599 рублей. Можно потереть страничку, кстати. Но я уже вся в ароматах, поэтому даже не почувствую его. S8, кстати, по-моему, уходит у нас какой-то из этих ароматов. Мне кажется, темный. Какой-то из ароматов уходит из каталогов. Поэтому, если любите, запасайте. Самый популярный Glacier. Супер, такой динамичный, драйвовый аромат. Вы знаете, все-таки он более, наверное, для мужчин таких вот спортивных, молодых, потому что он прям бесподобный. Из женских я могу показать жасмин, потому что я его люблю, он у меня есть. Что-то забыла, не пользовалась. Очень крутой аромат. И он мне зимой почему-то так нравился. Я им всю зиму дома даже, просто сидя дома, я им пользовалась. Мне нравилось вдыхать этот аромат. Его вдыхаешь, у него нет вот этих жестких жасминовых ноток, когда стоишь рядом с кустом жасмина и просто умираешь от его безумия. Этот же мягенький, его смягчает ландыш и белый мускус. Он очень хорош, очень. Прям и очень хорошая цена. У дочки был такой вишневый цвет, аромат черри, да, вообще обалденный. Но он девичий. Вот берите его для дочек, для студенток. Он просто потрясающе нежный. Дивайны, восток, да, легкость. Роза. Я бы розу эту купила просто из-за флакона. Даже если бы мне совершенно не нравился аромат, я бы все равно его купила просто из-за флакона. Но именно вот этот Gold мне нравится. В нем соленая карамель, роза и бархатный персик. А я люблю фруктовые нотки. И я люблю конфеты. Я не очень люблю розу, но все-таки он не роза, да, персик и конфетки делает его очень необычным, изысканным и вкусным. Посмотрите, какой флакон. А здесь у нас более легкий аромат, но тоже фруктовые есть нотки. Малинка, сахарный миндаль, белая роза. Но этот мне понравился больше. Дизайн классный. Будет новая сумка. Надеюсь, что мы снимем отдельный обзор. Должны нам ее прислать в бизнес-центр. Интересная сумка. Я думаю, что она разлетится в момент. Классная цена. Интересный к ней шарф. Надо потрогать. Выглядит он таким скользким совершенно. Даже не знаю, что сказать про этот шарф. Аромат. Есть у меня пробник этого аромата. Смотрите. Кстати, еще здесь есть серьги к нему. И кольцо. Вот серьги меня прям очень заинтересовали. Такие пластинки блестящие. Интересно. Что могу сказать по поводу аромата? Он сладкий.
Он сладкий, но он не противно сладкий, он не приторный, который давит и сводит с ума, а он сладко-бодрящий, заводной. Он такой интригующий, что я его когда нанесла, я его нюхала, 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 и просто я почувствовала такую наполненность, такую силищу. И тут есть тоже нотка жасмина, а я люблю нотки жасмина, вот и все. Поэтому, конечно, берите пробник, сначала пробуйте, и он будет всего 999 рублей по акции, поэтому надо будет попробовать. И здесь у нас на последней страничке, как всегда, очень приятно завершает медовый крем. У меня новый, запечатанный, не буду открывать. Он очень классно, кстати, запечатан фольгой золотистой, то что не вскроет никто. И огромный кусок мыла. И такие классные цены. Девочки, подумайте, какой классный это подарок. Можно один крем взять, упаковать в слюду, завязать ленту и подарить. 200 рублей, если у вас есть дисконт, это будет всего 160 рублей, копейки, просто шоколадка, да, достойная шоколадка стоит больше 100 рублей. А это целая банка вкуснейшего, ароматного, питательного крема, который сводит с ума, мне кажется, полпланеты. Потому что кого не спросишь, все его любят и пробовали, и хотят еще и еще. У меня это один из самых продаваемых продуктов, особенно когда такие акции, у меня его очень много заказывают. Поэтому я рекомендую. И шикарное крем-мыло, которое увлажняет, питает, и большой кусок, 75 грамм, его приятно брать в руки. Его даже в белье многие просто кладут и просто нюхают потом постельку. Все вам показала, без утаек, похвалилась, все, что у меня есть, рассказала, что мне нравится. Что я рекомендую, вы, конечно, выбираете на свой вкус. Я вам желаю вкусных покупочек, чтобы вы были довольны, чтобы вы использовали флакончики до конца, как я люблю, чтобы, да, осталось пусто совершенно, чтобы вы получали удовольствие от продукции и от общения со мной. Оставайтесь на нашем канале, подписывайтесь на него, ставьте лайк, пишите комментарии и нажимайте на колокольчик под видео, чтобы получать уведомления о наших новых роликах. С вами была Лилия Донскова. Пока-пока! Go!